Четвертую медаль этих игр Ищеулова добыла на дистанции 50 метров вольным стилем. В квалификации она показала третье время и в финале тоже финишировала третьей с результатом 30,79 секунды. Серебро, как и на прошлой Паралимпиаде, досталось бразильянке Арауха, а чемпионкой стала мировая рекордсменка в кролевом суперспринте англичанка Тай. Что интересно, Тай финишировала с результатом 29,91 секунды. Это точно те же цифры, которые принесли Ищеуловой золото в Токио. Завтра Виктории предстоит заключительный парижский старт на 100-метровке баттерфляем.